В Махачкале прошел обучающий семинар для представителей органов государственной власти. Им объяснили принципы работы государственно-частного партнерства. Агентство по предпринимательству и инвестициям республики организовало занятия с участием федеральных экспертов. В частности, они рассказали, как привлечь инвестиции в регион и как юридически верно сопровождать проект от начала до конца. Таким образом, они решили подготовить госслужащих к запуску в 2022 году инвестиционных и инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства. Сегодня мы постараемся проработать практические примеры и научиться тому, что республика создает новые объекты в рамках государственно-частного партнерства. А также предусмотрены и семинары в онлайн-режиме для муниципалитетов, которые будут проведены в ближайшие дни.